летняя, дорогая. Ты чего носишься, как угорелая? Да папке почему-то не звонит и не звонит. Неужели он меня обманул? Может, в телефоне звук выключен? Странно, а где мой телефон? Его нигде нет. Под подушкой тоже нет. Мама, наверное, я его потеряла. Не переживай, дорогая. Я сделаю тебе новый телефончик. На цветном принтере распечатываем экран. Основу вырезаем из серебристого фуамирана. Чтобы экран был глянцевым, наклеим на него прозрачный скотч. Теперь склеиваем. В нашем телефоне обязательно должна быть камера. Используем стразинку. Углы нашего телефона немножко округлим. Вот такой у нас получился красивый телефончик. Наши куколки будут всегда на связи. Мамочка, ты чудо! Этот телефон просто супер! И даже камера здесь есть! Ой, какой гламурный телефончик! А вот и Панки звонит. Мам, а где взять нитки? Я хочу рюкзак зашить. Ой, сыночек, твой рюкзак уже совсем старый. Его нужно обновить. У меня есть супер идея. Берем голубой фуамиран и вырезаем наши составные части. Две боковушки и основу. Чтобы украсить наш рюкзачок, я использую такую пуговку – штурвал. Также нам понадобятся шлеечки. Я их вырежу из фуамирана синего цвета. Такой красивый рюкзачок у нас получился. Панки будет доволен. Суперовый рюкзачок. И одежда для трешки сюда поместится. Спасибо тебе большое, мам. Сыночек, все для тебя. Ты же самый лучший сын.